Это попытка указать нам на Африку, сообщил журналистам Павел Цюлян-Дзига, назвав непонятным заявление бурятского прокурора о том, что Срео Делача не имеет права заниматься бизнесом. Вообще, это что, незнание закона, что ли? В присутствии председателя экспертного механизма ООН по вопросам коренных народов Вилли Литтлчайлда господин Цюлян-Дзига вообще не скупился на критику. Ну, у меня ощущение, я уже говорил, да, что правительство республики сделало, страус спрятало голову в песок. Да? Это ведь не просто община коренных малочисленных народов. Даже уберем эту сторону. Эта община входит в десятку крупнейших налогоплательщиков бюджета Бурятии. Между тем, по данным Минэкономразвития Республики, Делачи нет даже в числе первых 25 предприятий лидеров по уплате налогов в Бурятии. Провозбужденное в отношении Делачи уголовное дело было отмечено лишь вскользь. Вилли Литтлчайлду, прибывшему в Бурятию для развития международного сотрудничества, усиленно навязывали главную мысль – у малых коренных народов в Республике отбирают бизнес, используя всевозможные, в том числе и незаконные методы. У нас есть право докладывать о случаях экономической дискриминации и экономического расизма. Вождь канадских индейцев Кри отметил, что по наблюдениям и отчетам, представленным в ООН, именно в Бурятии отмечена тенденция к ухудшению защиты прав малых коренных народов. Впрочем, лично убедиться в экономической дискриминации ивенков Вилли Литтлчайлд не смог. Посещение Баунтовского района в его планы не входило. Алексей Унагаев, Сергей Петров. Новости дня.